Музыка Мартынова Слава Дементьева. Баллада о матери. Солист, заслуженный артист Республики Северная Осетия Алания Павел Пушкин. Постарела мать за 30 лет, а вести от сына нет и нет. Но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать. И на что надеется она? Много лет, как кончилась война, много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их в то дальнее село, мальчиков безусых не пришло. Все пришли в кино, и стар, и мал. Кто познал войну, никто не знал. Перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно было это вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг и пронесся материнский крик. Алёшенька, сынок, словно сын её услышать мог. Он рванулся из траншеи в бой, встала мать прикрыть его собой. Всё боялось, вдруг он упадёт, но сквозь годы мчался сын вперёд. Кадр сменился, сын остался жить, просит мать о сыне повторить. Просит мать о сыне повторить, просит мать о сыне повторить. И опять в атаку он бежит, жив, здоров, не ранен, не убит. Алёшенька, сынок, словно сын её услышать мог. Дома всё и чудилось кино, всё ждала вот-вот сейчас в окно. Посреди тревожной тишины постучится сын её.